Евдокия Власьевна опять в школу бы. Эх ты, Пентюк. Вот опоздаешь в школу, будет тебе на речь. Брал пример со старшего брата. За 15 лет ни разу не... Чай. Спасибо. Герой против девочек. Но-но. Понятно? Чапаевцы в школу! Пошли, пошли! Доброго здоровья, ребятки, доброго здоровья. Ну как, носы целы? Не подмораживали? Нет! Кирилл Степанович, да? У плектуса... Да. Опять все уроки позабыл. Ну, а как у тебя по-русскому, да? Опять пса получила. А вы-то, ребятки, как опозорились, а? Не стыдно вам? Ай-яй-яй-яй-яй. 3-0 проиграли. И кому? Железнодорожники. Чемпионы. Судья! А судья-то каким подыгрывал? Все
они неправильные были. Да. Ты ветер с их стороны был. Ну, нет, эту метеорологию вы мне не разводите. Вот я тебе сейчас все объясню чисто математически. Тогда и поймешь, почему наши железнодорожники вздули. Вот допустим. Не обменяй. На, бери. Ребята, к нам новенький идет. Здравствуйте, ребята. Петлички нацепил. Перегруженный самолет подобен утопающему. Он также пытается держать голову над водой. Побороть страх можно или пренебрежением опасностью, или с помощью знаний. Как правило, последний путь является лучшим. Слушай. Понятно? Понятно. Ты что ж за мной не зашел? Наши все детдомские ушли, а я все ждал тебя. Теперь иди к карте плинтусов. У меня вопрос есть. Можно? Да, спросим, что такое? А его брат, который летчик, он что, и на планере может? Вот об этом ты у Черемыша после урока и спросишь. Садись. О чем ты читал сегодня к уроку плинтусов? О реках в Сибири. Расскажи нам. В Сибири есть реки. Они текут и впадают, впадают. Ну? Сюда. Какие же это реки? Ну так какие же реки в Сибири? Реки в Сибири. Очень глубокий. Ну вот это.
Какая река? Это тени. Заблудился ты совсем. Иди на место. Смотри, все в классе знают, кроме тебя. Ну вот сейчас новенький нам покажет. Ну, Черемыш, Сибирь богата реками. Большинство из них течет с юга на север. Основные реки Сибири это Обсертышон, Енисей с тремя тунгусками, Леном, Салданом, Вилюем, Олетмой. Есть еще Катанга, Анабара, Оленик, Индигирка, Колыма. Реки эти очень многоводные. Весной разливаясь, они покрывают водой огромные пространства. Полеты здесь в бассейнах рек довольно затруднены. Весной и осенью здесь стоят большие туманы, и видимость поэтому очень плохая. Когда герой Советского Союза, комбриг Черемыш, возвращаясь с Аляски, имел здесь вынужденную посадку. Он с трудом нашел место, куда сажать машину. Кругом вода была. Так Енисей разлился. А однажды... Ну, хватит, хватит. А хорошо ты трассу изучил, по которой твой брат летал. Молодец. Вот видите, ребят, как интересно географией заниматься. Я вот 37 лет у этой карты ребят обучаю. И куда я? Указкой. По этой карте не поведу. Везде вы, ученики мои, живут. Письма мне пишут. Меня, свою старую учительницу, новой географии обучают. Один уже давно академик, а тоже когда-то плохо знал реки Сибири. Знаете, новичок-то у нас в пятом классе Бей, сегодня утром из детдома приняли. Черемыш. Оказывается, родной брат Клементия Черемыша, депутат от нашего. Да что? Да-да. Спокойно, пятиклассники. Плинтус, закрой рот. Снимаю. Готово. Будьте здоровы, живите богато. Можно петлички пощупать? Это здорово, что ты к нам поступил. У нас ребята... Один к одному, елка к елке, лес строевой. А вы сами тоже летали когда-нибудь? Приходилось. На 1 мая летал. Нас детдомовских катали. Но самолеты различных типов, как и различные лошади, ведут себя так же различно. Первое время на незнакомом для вас самолете летайте особенно осторожно. Эх, вот бы мне полетать хоть крошечку. О, сама бы скорее вниз запросилась. Ой-ой-ой, страшно! Ничего подобного! Я в первый разок попросилась не совсем высоко. Лихачество на небольшой высоте может привести к тому, что вашим друзьям придется отнести цветы на вашу могилу. Ой, и откуда вы это все знаете? Лихачество на небольшой высоте может привести к тому, что вашим друзьям придется отнести цветы на вашу могилу. А я думала, это вы сами. Скажите, пожалуйста. А почему это у вас прическа такая смешная, баранчиком? И вовсе не баранчиком, так во время Евгения Онегина носили. А я думала, это вы сами. А вот вы лучше скажите, почему вы с братом в Москве не живете? На то есть почему. Да только долго объяснять. Любознательность послужила причиной многих открытий. На, читай, где загнуто. Прости, что я тебе редко пишу, Геша. Сдаем срочное задание. Но как только семейные мои дела утрясутся, я заберу тебя к себе. Ну, учись хорошенько. Будь здоров, браток. Клементий Черемыш. И ничего особенного. У меня брат, знаешь, он на лесозаводе первый. Его к октябрю целым велосипедом премировали. А у меня брат в Ленинграде. Военный химик известный. И у меня тоже. Двоюродный брат, конный милиционер. Да подумай! Вот у меня тетя в Москве артистка, балерина. Тетки не считаются, ты бы еще бабушку смотришь. Вот у меня брат, так это брат. Он за раз может съесть 2 батона, халу и кило сили. Геша, а ты в хоккей играешь? Стучу. Хочешь, я тебе... свою клюшку подарю. На, бери.
Это игру. Вот! Это он сейчас канадским ударом бьет! У меня вопрос есть. Геша, это сейчас каким ударом? Норвежским. А ты ваш канадский. Тоже. Ну, теперь держись, железнодорожники. Из тебя толк. То ты оно так. Статуи, статуи. Молчишь? Ой, молчи. Идет, идет. Ты под мой портрет сложил, а? Ешка, я спрашиваю... Ешка, кто... мы сейчас железнодорожникам 4 мяча в сухую всадили. Это все Ешка, капитан наш. Как прорвался, так отдал. А я как на двух ихних налетел, как грузовик, так они и посыпались. Я спрашиваю... Ну, дедушка, мы теперь в городе первые чемпионы. Чемпионы, чемпионы. Только лед кромсать да царапать. А подметать кто будет? Статуи. Вот вопрос. Вот малые карусельные, а? Что это статуи под мой портрет? Дедушка, я там лед подметать кличу. Да ну! Да-да-да! О, знаменитым чемпионшам! Наша вам с Калюшкой! 3-0, 3-0! А сам-то от железнодорожнейшей изголовку уже... Подумаешь, девочки, не обращайте внимания. Разве у вас игра? Девчачь хоккей, это не игра, один фильм. А у вас, девочки, пусть их пусть. Какие вы игроки, вам разве мячик гонят? Вам дохлую курицу гонять, а вместо клюшек веник отиди принесу. В сборной команде с птичьего двора физкульт. Ура, ура, ура! Это мы еще увидим, с кого перец полетят. Еще увидим! Конечно, два! Нечего, нечего! Вот вы же вас увидите тогда! Кра! А нам очень плохо! Плинтус, ты бы лучше по-бараньим попробуй! Это тебе больно большое! Это у капитанши вашей прически бараньи! Эй, пятиклассочки, машкара! Замечательная новость! Экстренные сообщения! Нет, нет, танцуйте, только сегодня! Черемыш, гляди. Сообщение правительственной комиссии по перелету самолета «Молния». Вчера герой Советского Союза, известный летчик, комбриг Клементий Черемыш, вылетел в новый беспосадочный перелет Севастополь-Чукотка на одноместном скоростном самолете «Молния». Соображает, товарищ, что это такое? А вот его радиограмма. 5:31. Пролетаю перед горе Урала. Мотор как часы, лечу как подписанному, прочее соответственно. Клементий Черемыш. Ешка. Вот это так полетел. Наискосок, через всю страну маханул. Два часа связи нет, поиск мчились. Ну да. Факт, я только сам своими глазами читал. Москва сообщает. Ну, я побежал в радиоузел. Гешка, иди сюда. А с братом слыхал, что случилось? Внимание, внимание. Говорит Москва, говорит Москва. Слушайте сообщение правительственной комиссии о поисках самолета «Молния». Внимание. Внимание! Последнее известие получено от него из района Средней Колымы. Да-да, да. По распоряжению правительственной комиссии посланы самолеты, лыжные партии, собачьи упряжки. Да?
говорит Колыма. Отвечайте. Я Диксон. Молния. Я Диксон. Самолет Молния. Самолет Молния. Сообщите вам. Передаем сообщение правительственной комиссии. Сегодня утром в район предполагаемой посадки самолета Молния вылетело звено самолетов майора товарища Соколова. После тщательного обследования района звено, пробиваясь сквозь густую облачность, возвратилось на базу. Самолет «Молния» не обнаружен. Из различных районов вышли лыжные партии, составленные из местного населения. Низкая облачность и большой снегопад затрудняют розыски. Несмотря на тяжелые метеорологические условия, поиски продолжаются с неослабевающей энергией. Следующие сообщения слушайте через все радиостанции Советского Союза в 23 часа 30 минут. Решил? Решил. А я первый решила. Я так быстро сообразил сразу. Сразила скобки, потом вынула из скобок, все сложила, сделала превращение, одно на другое разделила, под неизвестной постелью готова. У тебя какой ответ? 44. И неправильно, совсем 32. Лукашкин, у тебя неизвестно, чему равняется? 32, да? Нет, у меня 44 получилось. И неправильно, совсем 32, 32, 32, 32. Аня, у тебя неизвестно, чему равняется? 32, да? Нет, у меня 44. И у меня тоже. Готово! Как в аптеке. Точка в точку. У тебя какой ответ? 44? 32, наверное, да? Нет, у меня получилось 1189. Ух! Да еще с дробью там. Это что за шум во время уроков? Ну, как дела? Короче говоря, уже покончили с задачкой. А я первый решил, Кирилл Александрович. Молодцом, молодцом. Надеюсь, ты решал ее не так, как по-русскому. Ну, а как Черемыш? Он там что-то завяз, Кирилл Степан. Решил. Какой ответ получился? 44. Молодец, Черемыш. Правильно. Идет, идет. Ничего не известно. Черемыш, у тебя какой ответ, а? Чего ж ты скрываешь? Не понимаю, что за привычка. Он всегда скрывает. Он про все скрывает. У него столько секретов, просто кошмар. Вот и про брата все скрывает. Скрываю? Ничего я не скрываю. Если хотите, скажу. Я и Клементий Черемыш... Кричите, ура! Самолет сзади, товарищи! Сел на Чукотку! В чем дело? Радио не работало. При посадке машины о кочку ударило. Ну и понимаете, там, в трансформаторе. В общем, вас этого по физике еще не проходили. Все равно не поймете. Ты, Петя, брось про физику. Ты давай про Черемыша. Тихо. Я тебе конкретнее, конкретнее объясню. В общем, пока радио наладил... То да сё. А теперь к самолету подошли лыжники, прилетели аэропланы, летчик здоров и прочие соответственно, как говорит Клементий Черемыш. О, это дело хорошее. А он как раз к нам на обратном пути собирается. Можно войти? Я с ребятами. Войдите, войдите. Ребята. Приду. Непременно приду. Кирилл Спанович. Ребята очень просят устроить вечер самодеятельности в честь летчика Черемыша. Самодеятельность? Да. Приветствую, приветствую. Ну, поздравляю, Геннадий. Приедет брат, придет к нам в школу, погляжу, мол, где и как учится мой братишка. Смотри, не подкачай, ты теперь должен учиться по всем предметам на отлично. Держись, брат героя. Ну, я побежал на митинг. А вы тут, ребятки, седаки властные, программу вечера подготовьте. Ты напиши, чтоб скорее приехал. Геша, ну успокойся, все же прошло.
все в порядке. Ну? Изнервничался мальчуган. Земля назовет на большие дела, а небо на подвиг крылатый, чтобы песня гремела, чтоб молодость шла дорогою старшего брата. Героя Советского Союза Черемыша. Я хотел признаться, но все это не удавалось. Скоро Черемыш приезжает к нам, а сказать теперь все ребятам стыдно. Очень прошу тебя, дорогая сестра, забери меня к себе, Геша. Ребята, а еще прибавку сочинил, хотите скажу? Да! Над всей страной покой и тишь, а ты ночью все летишь, ты все летишь вперед, вперед, и вот уж виден самолет, на нем наш летчик дорогой, и орден уж горит звездой, потом он взял меня с собой. Да тебя самолет не поднимет. Рита, Аня. С аккуратным прибытием вас! Геша, знаешь что? Мы решили выставить вас, вашу команду, то есть на матч. Ладно, вот мы им сыпем штук 15 полужару горячих, тогда и будут знать. Кладу 2 минуты на гол. Неплохо. Ребята, Климент Петрович Черемыш прилетает завтра. Да, Черемыш, зайди-ка. Вот это здорово! Значит, завтра Гешкину брата увидим. А мы его на матч позовем. Пускай посмотрит, как мы репетируем. Слушай, Черемыш, нам с тобой потолковать надо. Завтра прилетает твой брат. А что мы ему скажем? Вот смотри. 2 плохо, 3 посредственно. Честное слово, никуда не годится. Точнее, будет сказать, мне стыдно за тебя. Ты совсем от рук отбился. Ну что с тобой, дружище, а? Ну что ж ты молчишь-то? Ну о чем мне говорить-то? То есть как о чем? Завтра прилетает твой брат, спросит. Кирилл Степанович, я ведь... Ну-ну-ну-ну. Ну, говори. Ну, хорошо. Я напишу ему записку. Так, ну, так. Пусть знает, какой у него брат растет. Кирилл Степанович, можно? Войди. Вот сам и передашь брату. А мне с тобой разговаривать, по-видимому, бесполезно. Кирилл Степанович, разрешите? Я хочу дать в газете вас вот и Черемыша. Зачем? В том смысле, что брат герой учится у нас. Собственно говоря, снимать его не за что. Кирилл Степанович, редакции просят. Ну ладно, только уж весь классно. Черемыш! 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 Черемыш!
Гимна Семеновна, Гешка пропал. А где доме-то вы были? И где доме его? Ваня, идем сейчас тебе наступать. Слово сказать надо. Откуда? Что с тобой случилось? Зайдем ко мне. Нет, что ты. Я сейчас тебе все скажу. Пойдем. Уйдем отсюда. Еще увидят. Ты никому не говори. У меня тут такой узелок запутался, что я и сам не знаю. Вот, Аня. Знаешь, Аня, да ты смеяться будешь. Я ведь вовсе и не брат ему. Кому не брат? Ну, ясно, кому. Черемышу Клементию. Как не брат? А кто же? А Гешка-то наш. Хорош. Не, сейчас сказал. Капитан. Бросил свою команду перед самым матчем. Отец и мать померли давно. Ну, а я остался. Вот я себе и выдумал сам. Ну, просто понимаешь, такое воображение сделал. Прочел в газетах, что есть такой летчик, черемыш смелый. И я черемыш. У нас там полсела все черемыши. Вот я и стал воображать каждый день. Даже привык. Как будто и в самом деле есть у меня брат такой. А письма-то как же? Письма? Письма это правда. Мне их сестра из Москвы посылает. Ее фамилия тоже Черемыш. Клавдия. Как же это, Гешка? А мы-то все думали. Как тебе только не стыдно. Нет, ты слушай. Ведь это почему я так? Для уважения, может, думаешь? Нет же, честное слово, нет, для себя просто. Я и подтягивался, и дисциплину стал в себе развивать, и по учению тоже старался, чтобы не подводить брата. Не брата, то есть, а вот этого. Смешно, конечно. А он сначала, Аня, был не такой уж всем известный. А потом как пошел, и все его стали знать. Я уж и сам не рад. Как где скажу, что черемыш? Так сразу все сын, брат, вот и вы все тоже. А я уж привык. Как-никак, а третий год себя братом воображаю. Как же теперь быть? Я уж и сам не знаю. А мне еще Кирилл Степанович велел записку ему передать. Я лучше уйду отсюда. Нет, Геша, знаешь что? Ты подожди меня здесь, а я сейчас пойду к товарищу Черемышу в гостиницу, и все ему расскажу. Ладно, запишем. Очень тихий городок. Да-да, пожалуйста, входите. Милости просим, там открыто.
пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Не лучше проходите. Где это я вас видел, а? Это вы на аэродроме. А, это вы меня приветствовали. Здорово говорили. Ну, присаживайтесь. Так, ну, что скажете? Товарищ Черемыш. Да? Я пришла... Одну минуту. Слушаю вас. Да-да, я самый. Ну, точно так, герой Советского Союза. А кто говорит? Кто-кто? Вова? Какой Вова? Я из детского сада. Из старшей группы. Из старшей группы. О, из старшей группы? Ну и что поделываете? Ага, вырезываете и склеиваете. Ну и как? Клеится? Ну, ладно. Кланяйтесь вашим товарищам из старшей группы. Ну, а вас как величать? Баратова Аня. Баратова Аня. Ну, что скажешь, Баратова Аня? Товарищ Черемыш, у меня нет. У нас, то есть у вас, есть брат у нас. Ну, а это что ж такое? У нас, у вас. Войдите. Я собственный корреспондент 9 класса Б 3-й северянской школы. Разрешите? Слушай, не надо, не надо. Не люблю я. Да и вообще ничего. Внизу мне ждет мальчик. Это ж тот самый мальчик, а? Погоди, погоди. Куда же ты? Вы знакомы? Знакомы. А что тут у тебя за тетрадь? Да это так, задачки. А я ведь большой любитель задачки-то решать. Давай, давай, давай. Покажи. Постой, постой, да тут стихи какие-то. Это по-русскому тетрадка. Мне тоже хватило. Угу. Над всей страной покоя тишь, а ты ночью все летишь. Ты все летишь вперед, вперед. Вот, чего, хорошо. А чьи ж тут стихи? Там, кажется, Лермонтова. Но вряд ли Лермонтов мог про авиацию сочинять. И потом, сколько мне помнится, Лермонтов всегда в слове «летишь» мягкий знак ставил. А? Ведь там же стихи Лермонтова. Я в следующий... Раз с мягким знаком напишу. Товарищ Черемыш. Да. За вами машина. Большое спасибо. Извините, ребята, мне надо двигаться. Да, ты что-то хотела мне сказать. Товарищ Черемыш, вот вы... Да-да. Товарищ Черемыш. Товарищ Черемыш, мы приглашаем вас завтра на хоккейный матч. Приходите обязательно. Мы наших мальчишек вызвали. Вот их. Вас?
ты. А сама говорила, все расскажу. Геша! Геша! Я никому не скажу, честно, пионерски не скажу, Геша! Геша! А как же завтра матч? Будильник на 12 переставил. Да уж больно ты здорового храпака задавал, жалко было. Поди измучил, что сказал, что за ночь. Прощай, дедушка. Спасибо за ночлег. Куда ж ты? Пойду на станцию. Может, поезд какой подвернется. Чего это ты удумал? Мне уж в Северянске не жить больше. Неужто так и бросишь? И не поглядишь, как наши играть станут. О, это-то не игрок в таком разе. Ладно, погляжу, а уж после... Вот это другое дело. Ты садись, садись чай-то пить. Чайком пополощись, оно весь сор с души-то и смоет. Кирилл Спанч, ну что, про девушку он не спрашивал? Я целую ночь не спала. Обшарили весь город, никаких следов. Слушай, дедушка, а ты бы хотел, чтобы у тебя брат был? От братьев только один разор был, да свара. Дедушка, ну а что, если бы у тебя вот такой брат был, герой? Выдумал чего, брат? То мне в сыны годится. Вот сынка бы такого, это да. Да пейте чай-то, простый. Вон тот, капитан. Братишка мой, между прочим. Погляди, погляди, дедушка, кого они вместо меня капитаном-то поставили. А что ж, сокол с нашествия ворона на место. Сам виноват, прячешься. Ну, давайте условимся, ребят, что будем играть честно, правильно и по-товарищески. Это вы им скажете. Вот видите, они уже сами начинают. Жребий. Подвинь руку. Блин, нехорошо. Нам начинать! Начали! Начали так начали. Когда кончат, разбуди, лед подметать надо. Чисто! Опять сухую проиграем. Эх, игроки, какой мяч пропустили. Тихо, ребята, блинтус удалю с поля. Игра... Он к нашим-то придирается.
ты здесь свистели? Это я, дедушка. Разве это игра, судья девчатам подыгрывает? А я думал, меня лед подметать кличет. Что же у вас брат, между прочим, а? Похож. Совсем и не похож. Никуды твоя команда. Просто-таки никуды. А плинтус-то, плинтус! Шурует, как кочергой. Ну куда, куда ты ведешь? Такой момент, а я их бросил. Вот Клементий Черемыш ни за что бы так. Да, это ты их в корень подсек. Хуже нет, как кто дезинтирует. Не спрашивал? Нет. Просто удивительно. До сих пор не вспомнить обратно. Пропасть, Саша. Ну, теперь держите! Ребят, пасуй мне на правый край. Хару, закройте Баратову. Есть. Плинтус на место. Игра! Ну, спасибо, братишка, поддержал нашу честь. Что? Держите маленькие сестренки!
машину ко мне в гостиницу. Есть! Вот вещички ваш-то спасенный позабыл. А вы, я гляжу, сквозь герой. Что в небе, что в воде, не берет вам. Товарищ Черемыш, вы мне шубу-то верните, а то как не украл кто. У меня в 908 году поддевку новую. Ну, будь здоров, папаша. Будь. Да. Да. 37,8. Боюсь, что сей рыцарь воспаление легких подхватит. Только вы не торопитесь выпускать ее на улицу. Ну, пусть она лучше так денька два-три в постели помарширует. Кирилл Степанович, может, вы стаканчик чайку выпьете? Да что вы, у меня там еще один утопленник есть. Я лучше завтра забегу. До свидания. Брат? Какой брат? Ничего не понимаю. Уважаемый товарищ Черемыш, директор Третьей Северянской средней школы, вынужден обратить ваше внимание на неуспеваемость и недисциплинированность вашего брата Геннадия, ученика 5 класса Б. Ученика 5 класса Б. Фу ты, черт. Ну как, ничего, обсох. А вот отыграть все-таки не успел. Уже 3-2 в пользу девчат осталось. Ничего, не горюй. В следующий раз ты им десяток забьешь, как только окончательно обсохнешь. Да, это твой учебник по авиации принесли? Мой. Вот тут в нем какое-то письмо насчет брата. А у меня ведь никакого брата нет и не было. Это про меня. Не успеваем мы за последнее время только. Честное слово, правда. Погоди, погоди. Ну а я тут при чем? Ведь вот написано брат, а у меня никакого брата не было и нет. Это я брат. Ты и брат? Ну, как будто брат. Чей? Ваш будто. Мой? Угу. Ну, знаешь, у тебя я вижу жарок. Давай-ка я тебе градусник. Да нет же, нет, вы не серчайте только, я вам сейчас все скажу. Чего ты? Я 3 года все про вас воображал. И по занятиям из-за вас хорошо был. И по авиации тоже старался. Можете спрашивать, я все отвечу. Ну ладно, как бы ты, допустим, посадил машину при боковом ветре, если, скажем, вынужден сесть или подхода иначе не позволяет? Посадка при боковом ветре производится при ветре, дующем справа или слева от направления посадки. Так. Сажать с работающим мотором. Ну ладно, сажай с работающим. Тогда, значит, нужно скользнуть на крыло туда, откуда ветер дует, понад землей, выровнять машину и газануть как следует, чтоб шибче садиться, чем если как всегда. Вот ты история. Ну, прям на 3 точки посадил. Молодец. Ну, а градусник давай-ка все-таки поставим. Ну, ладно, довольно отворачиваться. Держи. А теперь выкладывай все на чистоту. Да, и про письмо не забудь. А тут у вас дули, правда, Лиза? Дули. Подумаешь, какие чемпионы. Вздули. А это значит, Линда, все-таки вздули. Да, а как Гешка вышел, так вы со страху под лед полезли. Кто мы? Рита, а как Гешка? Он у брата в гостинице. У брата? Как у брата? Ведь он же вовсе мой не брат. Неловко получается. Врать не надо. Врать это без 5 минут последнее дело. А последнее дело какое? А последнее дело, Геша, это если долг свой, дело, которое тебе поручено партией, народом, не выполнишь. По-нашему, по-красноармейскому, это самое распоследнее дело. Понял? Понял. Ну, то-то.
А это кто? А это сестра у меня в Москве есть. Да только так, хоть и старшая, но неинтересно. Она, знаете, это шьет, в общем. Портник, что ли? Ты, брат, не отмахивайся. Это тоже хорошее и почетное дело. Без штанов далеко не полетишь. Мне вот для полета на поле в специальном институте костюм конструировали. Она там тоже что-то по памятницам шила. Ну вот видишь, а ты говоришь, неинтересно. Ну так как же нам теперь все это дело-то расхлебать? А то, может быть, так и оставить. Пусть себе думает, что брать. Ну, или как? Нет, это не годится. А то какой же я вам брат буду, если трусить и врать все? За это вот хвалю. Это уже подходяще. Теперь я уйду отсюда. Почему? Все равно мне здесь больше нельзя. Ребята, они меня засмеют на всю жизнь. Убежать дело не хитрое. А вот остаться, это другой разговор. А ну давай градусник. О, браток, да у тебя температурка подскочила. Я так и предчувствовала, так и предчувствовала. Мы все как маленькие, брат, брат, а он... Как только не стыдно ему так врать. Я предлагаю поставить вопрос на сборе отряда. А пока с ним не разговаривать, раз, не подавать ему руки, два. Я тоже виновата. Мне дедушка давно сказал и просил товарища Черемышу передать. А у меня оказался характер... бесхарактерный. Эх, чудо этот Гешка. Сказал бы нам раньше, все на чистоту. Может, мы бы вместе с ним воображали. Слушай, у меня вопрос есть. Пятикласснички, последнее пренеприятнейшее известие. Гешку везли в больницу, воспаление легких, температура 40. Вот так история. Мальчиком впечатлительный. Я думаю, пока он не поправится, не следует говорить об этом, ребят. Вы знаете, какой это народ. Войдите. Так, мне кажется, вся школа. Одну минуточку, ребят. Пойдите пока, товарищи, туда, а я сам с ним потолкую. Иди ты вперед. А почему должен я первый идти? Пускай вот Лукашкин. Нет, пускай лучше первый Рита. Тише. Входите, входите, ребята. Ну, входите. Здравствуйте. Здравствуйте. О, только тихо, тихо, задавите. Ну, здравствуйте, орлы. Здравствуйте. Ну, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. О, да я, кажется, с тобой здоровался. Или кто на тебя похожий есть? Я сам на себя похожа. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ну, с чем пожаловали, друзья? Выкладывайте. Товарищ Черемыш. Да? Мы хотим сказать вам тайну про Гешку. Только вы на него не сердитесь. И учителям об этом не говорите. А то они, знаете... Когда он вызовет, мы ему сами на сборе по первое число пропишем. Погодите, погодите. Так это вы о чем, ребята? Ой, а? Вы только на него не сердитесь. Гешка все время врал. Ну, воображал, будто он ваш брат. А, значит, учителям ничего не говорите. Нет. Ну, договорились, договорились. Как вы думаете, Кирилл Степанович, можно удовлетворить их просьбу? Я думаю, что можно. Готово. Спасибо. Большинство из островов, лежащих у северных побережья Европы и Азии, принадлежит Советскому Союзу. Основные острова – это Новая Земля, Земля Франции Иосифа, Северная Земля. Молодец, Принтусов. Так ты у нас скоро совсем отличником станешь. Да я теперь, Евдокия Власть, навсегда буду отличником. Да ну. Мне еще мой брат сказал. До тех пор,
пока ты олух царя небесного не будешь учиться на хорошо, я тебе ни одного ореха не дам. Теперь вла за работу. Ладно, ладно. Тихо. Продолжай. Можно Евдокия Власева? А, Геша. Здравствуй. Здравствуйте. Поправился? Ну ладно, иди занимай свое прежнее место. Здорово, Геша! 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 Тихо, ребята. Переменено говоритесь. Ну? Продолжай, Принтусов. Остров большевик, так. Остров Октябрьской революции, так. Остров комсомолец, остров пионер, остров Шмидта, остров уединения. А вот это? Что это за остров, а? Этот остров мы сами начертили. Раньше он на карте не значился. Его открыл герой Советского Союза Клементий Черемыш, когда в последний раз летал на полюс. Он называется Остров Черемыш. Он мне и не брат вовсе. Это я тогда неправду сказал. Кеша! Кешка, здравствуй! Мне с тобой поговорить нужно. Ребята, Кирилл Иванович! Здравствуйте, ребята! Получено письмо от Клементия Петровича Черемыша, адресованное вам. Ну, кто из вас будет читать? Дайте я! Дайте я! Прочти ты, Баратов. Дорогие ребята, мечта в жизни штука весьма уважительная. Мечта человека в люди выводит, и смеяться над ней нечего. Вранье дело прескверное, и добра от него не ждите. Геше Черемышу за вранье пропишите там, что следует, чтоб неповадно было в другой раз. Но не очень усердствуйте. Прибыли ему от родства со мной было немного. У нас почет идет не по роду, не по племени, а по делам твоим. Ну как живете, ребятки? Надеюсь, что Аня... Аня была. Надеюсь, что Аня Баратова поняла, что всякое дело, за какое ни возьмись, надо непременно доводить до конца и не сворачивать в сторону. Это я про Гешку не сказала. Надеюсь, что Рита за... Читай. Заглядывай член пятком... Ну, Вась, так, что... читай, дай-ка вот я прочту. Надеюсь, что Рита... заглядывает в учебники по русскому языку и математике чаще, чем в зеркало. В зеркало. А Федя Плинтусов? А ну-ка давай читай. Здесь как-то неразборчиво. А ну-ка давай я разберу. А Федя Плинтусов... Там три раза Федя Плинтусов не написано. А Федя Плинтусов уже, надеюсь, пишет в слове «летишь» мягкий знак. Пишу. А диктант как написал? Вот две ошибки, да и то мягкий знак лишний. Довольно, ребят, довольно. Пусть Геша закончит. Завтра утром улетаю по особому заданию правительства. Постараюсь выполнить его на отлично. Полагаю, что и вы поддержите старшего брата и будете учиться тоже на отлично. Ну и прочее соответственно. За брата Клементия Черемыша.